Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК «Холдинг» Андрей Козицын дали старт работе второй очереди цеха электролиза меди на комбинате «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме. Новое производство даст региону экономический и экологический эффект по уровню оснащения оборудованием, условиям труда и нормам экологической безопасности. Обновленный цех соответствует мировым образцам. Я не мог не приехать вместе с вами порадоваться очень важному событию. Еще в 2012 году мы открывали первую очередь электролиза, и тогда казалось, что это был действительно верх совершенства, то сегодня, спустя 5 лет, тогда, когда «Уралэлектромедь» увеличивает в 2 раза выпуск собственной продукции с применением самых передовых и роботизированных технологий, это действительно по-настоящему очень большой шаг вперед. Мне отрадно отметить, что задумано строительство и третьей очереди, которая изначально увеличит выпуск продукции в 3 раза. Конечно, только такими шагами мы сможем сделать поставленные президентом задачи, сделать качественный рывок, индустриальный рывок, экономический рывок в развитии нашего региона, нашей страны. Губернатор поблагодарил Андрея Козицына и руководство «Уралэлектромеди» за большой вклад в модернизацию производства, создание высококвалифицированных рабочих мест, повышение производительности труда. Новый цех отличается высоким уровнем автоматизации, что позволило организовать управление обеих очередей цеха из одного операторского пункта. Здесь создано 68 рабочих мест. Мы все большие молодцы, сделали очередной шаг, серьезный, большой, и нам почти совсем не стыдно за то, что мы с вами делаем. Новый цех имеет производительность 160 тысяч тонн медных катодов в год. С его запуском мощности по производству безосновных катодов на предприятии возрастут до 320 тысяч тонн в год. Объем вложенных в строительство инвестиций – 4,3 миллиарда рублей. В самое ближайшее время начнется строительство третьей очереди цеха, которое планируется завершить к 2022 году. Артемовский городской округ со своей стороны также с нетерпением ждет прихода на свою территорию ООО «УГМК Агро». Ведь компания приобрела в Артемовском городском округе 23 земельных участка общей площадью 8125 гектаров и в 2018 году планирует начать строительство животноводческого комплекса.